В Нарьян-Маре тем временем наградили женщин года. В приятной церемонии на этот раз приняли участие главы российских городов, приглашенные на заседание Координационного совета. Конкурс был объявлен в декабре прошлого года региональным отделением Союза женщин России и проводился по 15 номинациям. «Верность делу», «Женщина-предприниматель», «Служение людям», «Преодоление», «Хранительница национальных традиций» и другие. За победу боролись самые достойные представительницы региона, общественные деятели, руководители, женщины, занимающиеся добровольческой деятельностью, и бизнес-леди. Хочется отметить, напомнить, что на этой премии, на этом мероприятии, важном для наших женщин, женщин нашего региона, чествуются самые активные женщины, которые внесли наибольший вклад в развитие нашего округа, города, женщин, которым можно по праву сказать спасибо. И вот этим мероприятием, торжественной церемонии, мы благодарим наших женщин за их самоотверженность, за их самоотдачу, за то, что они всегда все успевают, всегда все умеют. И вместе с тем остаются женщинами. Премии прекрасным представительницам человечества вручили в торжественной обстановке. Ангелина Тарасова из рук губернатора округа Игоря Кошина получила награду в номинации «Победитель». Ангелина Ивановна не ходила в атаке, не держала в руках винтовку. Но благодаря тяжелейшему труду таких тыловиков, как она, наша страна одержала победу в войне. Они своим трудом, своим бесстрашным подвигом остановили фашистского агрессора и сохранили мир на всей планете. Я бы сказал, что эта номинация не просто «Женщина-победитель 2014 года», это «Женщина-победитель века». Лауреатом премии в номинации «Преодоление» стала Мария Шкаль. Ольга Кузьмина – победитель на службе Отечеству. А Людмила Хозяинова из села Оксина получила награду в номинации «Женские инициативы». Лауреатом премии в номинации «Сохранение национальных традиций» стала Нина Баркулева. Свою заслуженную награду она получила из рук главы города Элиста Вячеслава Намруева. Еще одна участница – Лидия Гаврюшева. Победитель номинации «Верность делу». В ее трудовой книжке всего одна запись. Всю жизнь Лидия Григорьевна проработала воспитателем. У меня верность делу, точно, так и есть верность делу, потому что я отдала всю жизнь детям, они мне до сих пор снятся. Праздник состоялся. Среди победительниц – женщины разных профессий, с разными судьбами, из разных населенных пунктов. Но все они внесли большой вклад в развитие округа. Любовь Пермякова, Александр Усачев, телеканал «Север».